Ну що, Лін, тебе нравится в Італії? Ти знаєш, так. Да. Ну, це дуже круто. А що здесь тебе понравилось більше всього? Больше всего? Угу. Больше всего мне нравится... Вообще расскажи, как бы. Ну, в первую очередь, наверное, то, что на первый взгляд, это архитектура. Это неинтересно. Это очень древний такой красивый город. Здесь очень красивые дома. Та обезьяна постоянно все фотографирует, ходишь с ней, она постоянно что клацает и клацает, все везде. Вот. Потом мне нравится то, что здесь на улице идешь, и пальмы растут, это очень круто. Так экзотично. Вот. А еще мне нравится, что здесь как-то все... Во-первых, люди, они добрые, помогают. Приветливые и не такие замороченные, как у нас. Улыбчивые. Хорошо, спасибо. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Это там. Все. Ну все. $220 стоит гривна 99, а 90 грамм стоит евро. Можете видеть эти нередкие моменты, когда Лина злится. Я тебя спрашиваю, что выгоднее, 220 грамм? Лин, не нервничай. 220 грамм за гривну 99 или 90 грамм за еврик? Трудяжечка пакетик несет. Да полностью поздравления, говори. Да все, какое поздравление, не надо.